4, 1 ты там переделал. 33. Я даже считал. 34. Так, сколько? 30. 30 кто делал? Иван. Ванюша, да, Ванюша. Так, Ванюша. 30. Так, сколько? Сколько? А? Еще раз. 36, Андрей, да? Только как начинаю я считать, всегда меньше. Как вы считаете, всегда больше в два раза. Ну что, сейчас будет подтягивание, а вы увидите, как у вас будет. По 30, по 50. Лучше, чем ногами, просто подтягивание. Скажите, сколько, а то мне неудобно это с ногами. Я лучше подтягивание буду сделать. Неудобно. Так будете подтягивание делать. А не ногами так, да? Что ногами? Мыши, пресс, груши сделали. Как я могу просто взять еще? Неудобно с ногами. Так, девочки, Андрея, Вика. Вика, остальные все сюда сели. Все сюда сели. Мальчики сюда сели, вот сюда все сели. Вика, Вика, сядьте пока туда. Мальчики сюда садятся, девочки там. Мальчики сюда. Пожалуйста, аккуратно. Так. На подтягивание больше, чем 30 секунд не даю, потому что все равно там висите как черепашки. Так. Сколько у нас подтягивания должно быть? Так. Подбородок, да? Не забыли? И внизу руки прямые. А сколько раз? Ну я же вам давал. Раз у вас. Да. А кварта когда будем давать? Тоже сегодня? Никогда. Да. Ага. Боец и бокс пришли. Так. А, тут девушки на кварту мы трактуем, да? Да. Оп, сколько там? Так. Рискун сырку. Рискун делает первый. Рискун стоишь с этой стороны. Какие здоровые. Поднимай. Не надо. Не надо, ты что, давай.
же знаете, что у вас всегда есть. Так, прошу. Там паузы есть. Прошу, Вискон. Душу такое, ну, стойте ему пикатором. Куда вы мучтите, надо платить. Вы что, с последней читаете? Сейчас, одну секундочку. Ты мне очень нравишься. Ну, спасибо. Пожалуйста. Приходите завтра в парную, попарьтесь, все пройдет. Так, минута, больше не даю. Еще за зимой, брат. Одна минута, больше не даю. Насколько хочешь. Ты ж хочешь первым стать? Бросить. Покажи, как ты будешь делать. Фиксация вверху. Так фиксация время идет. Так времени не хватит. Играет роль. Делай нормально, будешь делать еще. Так, тогда мы поставим и под грудь что-нибудь, чтобы ты груди касался. Не просто так. Так, что у нас? Зади меня остался. Можешь поставить? Ножик. Стоп, молодец. Мяч. Все выходили онлайн пахать. А вы выходили? Ставь и касайся дороги. Оно сделай два раза. Вот, касаться вот так. Вот, молодец, Денис. Слушай, ты красавчик. Так. Сейчас одну. У меня уже руки болит. Я не знаю, что он там в Украине делает. Остальные. Выпрямляйте руки. Надо зафиксировать на секундочку. Приготовились. Время. Раз, два, три, четыре, пять. Фиксируем. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. И животом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. 10 секунд осталось. Раз. 41. 42. 43. 43. Молчим!
29, 30, грудью 31, 32, 33, 34, 34. Значит, тебе минус 5. Кому? Отжиманий. Тебе? Да. Сказать почему? Могу сказать. Человек делает. Ты берешь с ним, разговариваешь. Что ты ему рассказываешь? Какие-то, что-то говоришь. Ты его отвлекаешь. Что ты улыбаешься? Ты что, не знаешь, что от этого человек хуже делает? Да? Смеешься. Сырбу, прошу. Сырбу, прошу. Сербу, прошу. Блин, установите режим сна, блин, что он не нужен. На 5 минут. Приготовился, Саша?
Так, стоп, стоп, да, нашел. Ушел. А что я делал сегодня? Переодевайтесь, идите домой. Да, ушел. Да, ушел. Пожалуйста, Саша. Ниже. Ниже. Ниже, Саша, раз. Ну что я могу делать? Ниже. Ну ты касайся. Ниже, Саня, ну, три. Не сгибаешь руки, четыре. Стоп, стоп, Саня, руки на ширине плеч. Ну, Саня, ну, так у тебя будут принимать экзамены 12 класса, 10. Ну, что я могу сделать? Ниже. Значит, ну это 6 раз. Это говорит, знаешь о чем? Тебе надо приходить на тренировку, не сидеть там в телефоне, да? 5 раз отжался, как можно. И все. Пожалуйста, ушел. Тут просто со мной не делал. Я вообще раза сейчас не могу сделать. Вообще со мной. Он Юрий сам сделал, потом неделю. Ходить не мог. Ходить! Да я тоже сделаю 10 раз и сдохну. Готовы? Сейчас, одну секундочку. Время. Раз, два. Не спеши. Три, четыре. Как я считаю? Пять, шесть. Как я считаю? Семь, восемь, девять, десять. Раз. Два, как я считаю, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 31. 31. 31, Ваня. Ваня, до свидания. А потом выйдешь, скажешь. Поленька и Андрюха готовятся, и потом все остальные. Мы разомнемся, сделаем. Так. Поленька, одну секундочку. Так. Давай, красавчик наш. Раз. Не... Стоп, 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 стоп. Руки тебя не разгибаются. Да, и смотри, очень быстро делаешь. То есть чуть-чуть помедленнее приготовился. Пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Я буду считать. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20. Хорошо, молодец. 21, 22. Делай больше всех. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, да, я знаю. 30. Николай, чемпион. Андрюха, ты делал? А, ты еще не делал. Готов? Все? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Музыку выключи. Вообще, музыку выключу.
28. Скажи, что музыку выключили. Скажите, Максим, он мой кошелек. 30. Так, церкву 30. Ой, это не купить 30. Андрей, чей мобильный? Выключите. Скажи, что выключил. Так, Каталин. Не Каталин, Петря, достань мячик оттуда. Один мячик, вот оттуда, 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 Петря. Во-во-во. Красный, Рошу, Миша Рошу. Маленький, который. О, да-да-да-да-да-да-да. Ага, бей. Так. Я попросил музыку выключить. Сюда не бегаем, я буду... Поняли, да? Хорошо, спасибо. Так, эй, Петручок.
Макс, кончай разговаривать. Не, говорю, я сказал, все, что хочешь разговаривать. Подожди, сейчас она идет тоже. Андрей, подожди. Сейчас вы попробуете. Так, сейчас прыжки в длину с места. Разогрейте колени. Так, стоп. Мне кажется, вы очень далеко. Делаете? Значит так. Михаила считает вслух. Если я не слышу, не считаю. Вот как я кричу. Сюда, эй, сюда, там снимают мы.
Макс, тебе не стыдно? Нет. Вы уже 6 лет на пенсии. Болел ковидом. И я делаю больше тебя. И ты хочешь у кого-то выиграть еще. Построили. Быстрее, встали. Девочки встали. Сейчас пришли к нему с пенсии. А вы ждете, понравится вам упражнение или не понравится? Вот всегда должно нравиться. Всегда. И тогда все будет хорошо. А вот послушайте меня. Вот говорю вам. Самое главное, что сказал преподаватель, делайте, получится или не получится другой разговор. А когда перед тем, как делать, начинает, то преподаватель начинает злиться. Почему? Потому что другие начинают так же. Весь класс начинает так же. У меня тренировка. И когда сказали, что будет уборка, я сказал классному руководителю, я не пойду на тренировку, я пойду на тренировку, а уборку я сделаю в любое другое время. Меня хорошо отпугали. Она говорит, останешься, с тобой поговорим. Она мне сказала, Сережа, я знаю, что ты тренируешься. Но не надо об этом говорить сразу, при всем классе. Все уходят, подойди со мной поговори. И я тебя отпущу. А так я не могу тебя отпустить, я должна наказать. Потому что у всех бабушка заболела, дедушка заболела. Ну это нормально. Значит, что мы сейчас делаем? Смотрите. Макс, пожалуйста, сюда. Значит, что мы делаем? Через вот это место делаем раз прыжок, пару шагов, раз прыжок, пару шагов, три прыжка и возвращаемся опять сюда. Пожалуйста. Все? У вас должно быть 9 прыжков. Пошли. Сели сюда, сюда идет, все, хватит, сюда идет кабинет, два самых умных. Я не говорю, что два самых умных. Сюда. Два самых умных. Сюда. Юрий Александрович будет говорить, сколько вы прыгнули. Как прыгать, еще раз, девочки, как вы пока здесь, они вдвоем будут. Значит, еще раз, вы прыгнули. Петя, я рассказываю, ты тоже говоришь. Прыгнули. Не надо никуда идти, надо идти вперед. И обратно за бой. Первый прыжок пробный. Первый прыжок пробный и 3 на оценку. Сколько вы должны прыгнуть? Еще раз. Нет, 12. Это не 10. Вот сейчас кто-нибудь скажет. 2 метра и... Не знаю точно. Нет, девочки 2 метра. Б, они девочки 1,95 м, мальчики 2,40 м. Все, значит, вы вдвоем начинаете, а потом вы втроем. Представь, мы с тобой договариваемся, да? Так, сейчас я возьму протокол. Магазин знаешь ли? Макс, я магазин знаю? Чеши быстро, пока вот еще подтягивается. Так, одну секундочку. Значит, у меня будет сейчас делать Кателин и Домбровский. Пожалуйста, первый прыжок. Петя, стоп, Петя ушел дальше. Ушел дальше. Готов, Кателин? Пожалуйста. Не считаем даже. 2 метра. Давай. Я? Давай. Потом пресс делаем. Так, хорошо. Итак, первый официальный прыжок делает Каталин Мутян. Пожалуйста. Иди готовься. Стоп, подожди, не прыгай. То очень получается. Все, пожалуйста. Так. 2,10. Сейчас одну секундочку. 2,10. Медали грамотно называют.
пожалуйста. Вон или? По очереди. Метр 50. Пожалуйста. Не-не-не-не. Пожалуйста, Кателин. Вы вдвоем сейчас прыгаете. Пожалуйста. Так. 2.07. Второй прыжок Домбровский. Это я. Так, сколько? Еще раз. 1.70. 1.70. Екатерин, третий прыжок. Благодарю. 2.10. 2.10. Последний прыжок. Так, все не считается. Прыжка нет. Так, пожалуйста. Значит, сейчас одну секундочку я возьму. До свидания, девочки. Значит, первой прыгает Нина. Да, потом прыгает Виктория. И потом прыгает